Добрый день, а за что вас остановили эти негодяи? Подождите, не показывайте пока ничего. Что причина остановки какая у вас? Это я же на вас остановил. На стоп-линии я покатился, включил скорость. Ничего пока не показывайте. Просто так вы не будете ничего проверять. Ну мне решать, мне человек доверяет в полном объеме. Вот и все. Вы хотите, чтобы он ваши интересы защищал? Ты будешь защищать, а я почему бы и нет? Я большим нарушением, если я покатился, ребят. А подождите, ничего пока не надо говорить. Что вы делали, как вы делали? Я сейчас скажу вам, да, какие-то. Люди, честно говоря, не очень. За то, что остановлены, ни за что. Ну, покатился я. Стоп-линии. Подождите, да, подождите. Можете ничего не объяснять? У вас есть доказы его правопорушения? Конечно. Ну, начинайте розыск справы, потом в процессе все покажут. Зачем вы? Вы просто так не будете никогда смотреть документы. Вот все, уже это время закончилось. Потому что вы... Если я нарушил, ради бога, я хочу что-то. Если нет, ну зачем? Давайте, я спешу, давайте, вы понимаете? Давайте. Вы меня останавливаете. Пойди что-нибудь скачай. Может что-то получится. В связи с нарушением пункта 8.10 правил дорожного руха. Он уже порушил? Я не с вами разговариваю. Он уже порушил? Это розгляд до справи. Ми зараз вас познайомимо з доказами. У нас є суддя реєстратор, який просить. Хорошо. Ви можете надавати свої докази, клопотання, заяви, пояснення. Не несете ніякої відповідальності, якщо не будете пояснювати. Ви можете залучити до розгляду справи адвоката, але ми вам його не надаємо. Або юриста чи фахівця у галузі права. Зараз у вас докази. З тим відео, яке у нас є. Хорошо. Ми зараз самі передивимося, а потім будемо вирішувати, чи в діяннях, які я бачив, є склад правопорушення, чи немає. Я как бы... Ты грязный, как черт ходишь. Посмотри, что это за охайный вид у тебя? Желтые выгоревшие штаны. Что, прикалываются или что? Секунды было до включения зеленого. Подождите, ничего не надо им оправдываться. Это они вам должны доказать. Я же не против. Она покатилась. Ты будешь решать его судьбу? Ты судьбу его будешь решать? Вырешивать, не вырешивать. Много вы на себя в последнее время взяли. За свои поступки, блядь, надо отвечать. Тоже? Ты нарушил, нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Вот, друзья, опять 3-й батальон, 3-я рота. Видеорегистратор на балансе состоит управление патрульной полиции? Да. Все, покажите нам сертификат, защищенную флешку. Запомните, никогда не надо ничем оправдываться, пока вам не докажут вашу виновность. Не, ну действительно я покатился. Я был красный. Смотрите, покатились. На линии. Вы покатились когда? В процессе загорения зеленого света? Покатился. Было 3 секунды до включения желтого. И включил в первую. Она покатилась буквально 50 сантиметров, и я опять встал. И потом тронулся. Не надо никогда этого делать. Потому что только вы как покажете документы, сразу же будет постановление. Он будет рассказывать, что нет, я не такой. Постановления не будет. Это ж, понимаете, создали тех людей, которые будут работать просто на государство.
которая будет пополнять казну за счет вас и нас. Вы понимаете, первые года были очень лояльны и очень... Совершенно верно. Они помогали, я остановился, они помогали. Сейчас это прошло хуже ГАИ. Вы понимаете, что... Конечно, хуже ГАИ, хуже даже милиции. Во-первых, тарифы какие-то. Ну, а что вы хотели? Они должны подготовиться, мы подготовимся. Вдруг, если случай чего, я готов вам оплатить адвоката. Но надо идти до конца. Я готов вам оплатить. Я плачу. А? Я плачу. Нет, что мы если перенесем дело, поняли? Да, да. Это дело принципа. Нельзя соглашаться, поймите, вот эти штрафы, которые со временем у вас накопятся, они будут в дальнейшем играть против вас. Понимаете? И вы можете забыть, что у вас там был штраф, но есть в одной статье КУПАПа у нас повторность. И повторности там перечисляются по какой там первая, вторая и третья часть. В четвертой части уже изымаются права. Зачем оно вам нужно? А так этих разбийников взяли вот здесь, а на месте. Они считают, что если они видео показали, это уже все, нарушение. Обстоятельства. Какие видео сзади? Какое видео? Конечно, что видят мою эту вступление, какие видео? А где они были вообще? Сзади стоят. Надо понимать, где они конкретно были. Вот так они стоят. И, если что, мусора, это вам сигналят. Говорят, какие вы классные. Уважения нет у народа уже к вам. Ну что, вы решили судьбу человека? Джентльмены, удачи, ядрить матерь. Сколько вам уже просигналило, а? Молодцы, вообще уважение полное. Вот еще одни лохи едут. Улыбаются. Коллег увидели, да? Смотрите, камеру заснимите, что они там будут снимать. Ваш автомобиль. Зачем ты на камеру даешь? Ваш автомобиль. Ну покажите сюда. Ну, ваш автомобиль. Мой автомобиль. Красный свет. Смотрите. Да. Я остановился, да. Смотрите, как все происходит. Видите, о, поехал. Давайте изначально. Еще зеленый не загорелся. Изначально, изначально. Вот смотрите. Ну, вот изначально, смотрите. Да. Вот вы стоите. Да, стою я на огни, линии, на линии стою, да. Огни горят. Да, огни горят. Ну, видите, куда, ну куда вы? Я же не вижу. Покажи видели? Человеку доказы, ты что, там не мешайте, данные. Пожалуйста, общаться. Не мешайте общаться. Ты показывай человеку нормально. Ну, видно? Вижу. Смотрите. Стою я, да. Огни потухли, а там... А потом опять зажглись, вы видите, зажглись? Не зажглись, ну вот, это же не горят. Послушайте, не горят. Это все, вот этот бред, что они показывают. Все, видите, поехал. Видите? Красный он на красный бред. Поехал. Он видите? Остановился перед... Остановился, вот перед линией. Вот перед линией, вот же линия впереди. Где? Ну вот же линия. Так или же заехал? Наехал, не заехал. Ну. В следующий раз будьте внимательны, чтобы такого не повторял. Потому что это опасно, перекрылся. Там может быть тишина. Так что он нарушил или не нарушил? Сейчас, он
нарушил или не нарушил? Он нарушил или не нарушил? Спросите у него. Ну так ответь, что ты ныкаешься в машину? Что вы вечно прячетесь в машину? Позорно, понимаешь? Позор. Чистый позор. Слышишь, а что вы ездите с лобашом разбитым, вы? У вас лобаш разбитый, лохи. Нормально вообще. А человеку недавно вынесли постановление. Я не знаю. Не должен, это у него сегодня суд. Сегодня суд, да. Ну вы, мы поняли друг друга, да? Да? Да. Всего доброго. Да. А что вы ездите с разбитым лобовым стеклом? Ты же управлял? Вы ездите с разбитым лобовым стеклом? Так она же не в зоне стеклоочистителя. Не важно. Знаешь, почему я это говорю? Потому что недавно вынесли на фуру. Точно такое же было лобовое разбитое стекло. Когда я вынес за такое на фуру? Нет, никогда. И полицейский вынес. Полицейский, слышишь? Ну, так полицейский. Не могу вынес. Нет, вызывайте сюда монитор. Как это нарушение? Ты что, гонишь? Есть номер монитора. ДСТУ, ДСТУ, нарушение. Они вписали ДСТУ туда. Это норма нарушения. Ну, вызывай монитор, я подожду. Я не буду никуда уезжать. Хорошо, не уезжай, я сейчас вызову. Друзья, в принципе, вот так вот происходит рассмотрение дела, потому что полицейские, я не знаю, может компетентные, может некомпетентные. Я не видел вот этого видео, которое показывали данному человеку. Но сам факт, что человек остановился в преступлении, а потом что-то могло измениться. Но они хотели вынести постановление, так как зуб за 100 дают. Друзья, вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а я дальше погнал помогать людям.